зовут Юлия Жукова, и сегодня я хочу быстренько вам рассказать о том, как же на самом деле быстро просматривать массово тонны информации, которые нам прилетают постоянно, мы чему-то обучаемся, что-то где-то смотрим, какие-то тренинги проходим, как же быстро смотреть. Мне очень нравится на Ютубе. Раньше только на Ютубе нравилось что-либо смотреть, сейчас не только, ВКонтакте тоже классно и нравится. Почему? Потому что вот сейчас вот я зашла на свой канал, и любое вот как бы видео можно открыть, да, и посмотреть на такой момент, что мы можем в настройках, я уверена, больше половины людей уже знают эту штуку, но я хочу вам все-таки рассказать. Вот вам необходимо на шестереночку на эту нажать, настройки, вы увидите. И, значит, вы увидите скорость видео. То есть, если есть обычная, есть замедленная вот сюда, а есть убыстренном варианте. То есть, 1.25 увеличит вашу, ну, как бы, скорость видео в разы, но не особо скажется на вашем восприятии. К этому, кстати, видите, да, как это все происходит. Сейчас же можно поставить вот 1.25, это еще будет быстрее. Это еще в зависимости от того, как человек говорит. Допустим, я в своих видео стараюсь не мямлить, а побыстрее говорить. Поэтому, как бы, когда 1.25 ставишь, все равно значительно слышно, что в убыстренном варианте. А 1.5 это вообще, как вы слышите, да? Вот, то есть разница значительная, глобальная. Вот это все равно, вот даже 1.25 я много ставлю видео, когда смотрю уже в записи, там это, то оно очень-очень все равно укорачивает время просмотра. Вот, и еще момент. В ВКонтакте у нас появилась такая штука, что раньше этого не было. Вот здесь тоже шестереночку можно нажать, и вы увидите, качество просто было раньше, а теперь еще и скорость. И здесь точно так же, как в Ютубе. Видите, 1.25, 1.5, 1.75 и 2, но это вообще очень быстро. В общем, вы выставляете, и таким образом получается. То есть вот такие вот штуки, лайфхак такой. Я считаю, что просто вот необходимо пользоваться, особенно когда у вас мало времени, а много информации, и хотелось бы все прослушать, то вот это вот лайфхак такой, он помогает. Ну, а с вами была Юлия Жукова. Было полезно, ставьте палец кверху и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!